Вика, какая красивая вишенка. Спасибо. А сможешь левой рукой нарисовать стебелек? Левой рукой? Ха, давай попробую. Лео, не очень удобно, да? Неудобно, но мне кажется, красиво получилось. А сможешь ногой нарисовать? Сложно. Что я творю? Ой, ужас. И вот так вот кружочек. Ну, будем считать, что ты справилась. Вика, давай попробуем носом нарисовать вишенку. А, давай. А как-то носом рисовать? Сейчас покажу. Все, я готова рисовать носом. Давай. А, не-не-не-не, Вика, нет. Чё? Нет, ты убери кисточку. Как это? Попробуй так, носом нарисовать. Носом? Да, без кисточки. Я даже не представляю, как я буду рисовать с носом, то есть мне вот так. Прям так, что ли, Вика? У тебя там краски нету. Нету? Нету. А теперь? Теперь есть. Ой, все, хватит. Кажется, я новый челлендж придумал. Я что, сейчас зря это все пачка? Нет, не зря. Сейчас будем играть новый челлендж. Рисуем носами. Да! Привет, а вы смотрите Вики Шоу, и сегодня у нас челлендж «Чей нос рисует круче?». 1-0. На нас надеты специальные очки, и вместо носов у нас будут вот такие вот специальные фломастеры. Дай, подожди, где у тебя? Вот так. Мы с Викой по очереди будем тянуть карточки и за одну минуту на специальном стекле должны нарисовать максимальное количество предметов. Да, и это будет выглядеть вот так. Да, тут бедный твой нос. Не забудь колпачок снять. За каждый угаданный предмет мы будем получать... За каждый угаданный предмет мы будем... Смешные. За каждый угаданный предмет мы будем получать по одному баллу, и к концу игры узнаем, чей нос нарисует максимальное количество шедевров. Где? Буратино. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ты первая начинаешь. Держи свое стеклышко. Тяни карточку. Волосы попали. Мне слова не показывай. Ты готова? Нет, пока. Твой нос готов? Да. А, ты нет, нос готов. Это самое главное. Все. Нет. Только носом. Внимание, время пошло. Так. Сколько рисунков я угадаю, столько баллов я получу. Это что-то... Это непонятно. Это что? Картошка. Мешок. Ой, что это? Что? Пончик. Да! Следующее. Так. Зрители, вы не забывайте тоже вместе с нами угадывать. Гора. Давай. Шустрей. Парик. Непонятно, Вика. Скорее, минута утекает. Нет, нельзя. Не успею стереть. Я не знаю, что это следующее. Я тоже не знаю. Давай, следующее. Я напоминаю, здесь у нас 5 слов написано за этой карточкой. Что? Догадываюсь. Танк? Нет. Гусеница? Ну, рядом. Улитка? Нет. Специально, что ли, это... Все, время. Время вышло. Время вышло. Можно я попробую угадать, что да, это такое? Давай. Это бабочка? Да. Теперь я понимаю, что это похоже. Я угадала всего лишь одно слово. Тянем карточку. Один, два, три. Приготовьтесь. Ой, как неудобно тут приноровиться нужно. Так. Время. Я не тороплюсь. Сосиска. Ракета. А что это такое? Картошка. Нет. Огурец. Да. Следующий. Хорошо. Ну что по счету дальше? Ой, со скрипом. Время. Нет, еще есть время. Черри. Шиншилла. Нет. Кошка. Нет. Собака. Нет. Что, самокат? Поезд? Нет. Вагон. Машина? Ну, вот, в принципе, все.
наш таксист. Да, скейт. Так, хорошо. А, что еще? Скейт это не считается? Трава. Трава. Слушай, мне нравится. Так, нет, это вот... Дерево! Нет. Все время вышло. Все время вышло. Эх, да. Хотела дорисовать, знаете что? Ракету. Но не успела. Вика, ты угадала? Два. Подождите, это папа угадал или Вика угадала? Все равно. Папа угадывает за Вику? Да, я тоже хочу играть. Так, и тут... Ой. Что? Ничего не испачкала опять. Это у тебя слишком длинный нос. На старт, внимание, минута пошла. Так, вообще не... Книга? Да! Вау! Молодец! Ну, она у тебя так много места заняла, теперь надо следующий рисунок тебе где-то в уголке ютиться. Что, хвост какой-то? Молния? Ну, не молния! Подсказывать нельзя? Облако? Нет, молния! Гроза? Да, газа! Вау! Следующее, следующее! Я смогла нарисовать. Хотя, Вик, ты мне не должна подсказывать, потому что, когда рисуешь, ни одного слова ты не должна произносить. Три. Раз, два, три. Четыре. Раз. А, паук! Да! Три! Вика, чуть-чуть еще. Давай здесь где-нибудь в углу. Так, это что? Я нечаянно, простите. Что? Время вышло. Все, время это была вышло. Лягушка. Лягушка. Я бы такую лягушку никогда не угадала. А что тут у тебя еще было? Лягушка, паук, гроза, верблюд, книга. Я угадала три рисунка. Готовы угадывать мои шедевры? Да, не шедевры. Шедевры. Каракули. Шедевры. Шедевры. Точнее, не мои шедевры, а шедевры моего носа. Раз, два, три. Мой нос. Кошка. Нет. Собака. Дом. Да, дом. Дом. Следующее. Книга. Тетрадь. Книга была. Ой, слушайте, так прикольно, мне это начинает нравиться. Тетрадь. Тетрадь. Портрет. Нет. Я не знаю. Ну, книга, тетрадь. Что-то я тут немножко... Книга, тетрадь. Другое, другое. Давай другое. Чайка. Нет. Вику, угадывай. Губы. Нет. Улыбка. Нет. Человек. Нет. Сердце. Вот это что? Вот это? Сердце. Нет. Не знаю, следующее, следующее. Еще чуть-чуть осталось времени. Вот это. Трава. Нет. Что это? Корона. Да, корона. Корона. Все время вышло. Ах, не успела. Итак, сколько, Вик, ты угадала? Два? Раз, дом, два. Дом или корону. Да, а вот это знаете, что было? Что это? Вы сказали чайка, а это были усы. Усы. Вся испачкалась. Свинка маленькая. Готова? Свинка. Ой, не пачкай карточку. Это вот это третья карточка, ну, да? Нос какой длинный. Она все не может привыкнуть. Минута. Так. Камень. Нет, не камень. Гора. Да. Вау. О, наконец-то. Так. Ой. Что это, ухо чье-то? Ой, я не могу, прости. Что это такое? Можешь следующее что-нибудь нарисовать. Нет, нет, давай, давай, да продолжай, я еще не сказала. Все, я... Все, следующее тогда, действительно. Еще где-то минут 20, секунд 20 осталось. Вика, шустрей. Я всего лишь один рисунок угадал. Ты специально так медленно? Нет, я... Ну, давай, сейчас... Ну, быстрее, сейчас не успею из-за твоей аккуратности. Скорей. Что, я не знаю, что это такое, Вика. Я тоже. Все, время вышло. Все, время вышло. Скажи-ка, что это было вот это? Вот это был арбуз. М-м-м. Я вижу, мама. А ты же, ну, там что... была ваза. Нет? Нет. Ваза. Не подглядывай, давайте засекайте. Время пошло. Ух ты, так, хорошо. Так. Вишенка. Так. Виктория. Мороженое, да. Сладкое ванное. Мороженое. А, мороженое. Мороженое. Что же еще? Радуга. Да. Вау. Так, что же? Мама, у тебя супер нос. Червяк.
Гусеница, желейка. Нет. Волосы. Кудряшки. Нет. Осьминог. Медуза! 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 Не-не-не! Я сейчас... Подождите. Медуза! Нет, не медуза. Я сейчас нарисовала, понимаю, что похоже на медузу, но это не медуза. Осьминог! Вот, вот на эту часть смотрите, вот на эту. Что, ноги там какие-то вот щупальца? Это. Нет! Моллюск! Я знаю, как это называется, у меня кто есть! Это? Так, следующее. Все, время вышло. Показывай, кто это был-то. Это была борода. Вика, уговори свой носик хорошо постараться, чтобы хорошо. Я максимальное количество угадала. Ты уже все? Договорилась? На старт, внимание, минута! Да. А, вообще пока ноль. Не знаю. Картошка, луна, полумесяц. Лук. Лук, в смысле, из которого стреляют. Вика, ты что-то зациклил. Не-не-не. Следующее. Следующее, я не знаю это. Так. Ведро. Чаша, ваза. Картошка. Картошка фри. Да. Вау. Скорее, скорее, следующее. Из Макдональдса. Да, 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 да. Следующее. Как ты, мама, смогла догадаться? Ну, фирменный знак. Так, это что-то маленькое, махусенькая корзиночка с яйцами. Быстрее, все, время вышло. Это была белка, а вот это банан. Засекайте. Раз, два, три. Скрипит, как будто бы белка. Вилка. Да. Вау. Следующая вилка. Следующая. Не дорисо бывает. Мама сердца. Губы? Губная помада. Что, нос? Ай, не то, давай. Губы! Нет. Как бы это? Скорее, телевизор. Нет. Яблоко. Нет. Ананас. Нет. А что это такое? Ну, вот как бы вот... вот. Горшок. Нет. Подарок. Цветочный... Да. Что? Почему папа угадывает? Что еще? Скорее. Ложка, вилка. Нет, это, наверное, лопата. Ты не сможешь это угадать. Свечка. Нет. Как? А я не термос. Знаю. Время вышло. Время вышло. Это была помада. Wow. А это был поцелуй. Вот если бы была такая возможность, если бы мы были из бумаги, на себе можно было рисовать все, что мы захотим. Например, татуировочки. Ты и так все нарисовала уже на себе. Давайте. Запускай. Раз, два, три. Пошла. Так. Цветок. Листок. Нет. Клякса. Мороженое. Нет. А что? Мороженое было. Не знаю. А как это, не мороженое, что ли? Ну, следующее. Ладно, я подумаю, следующее. Давай, следующее. Так, пока Вика что-то собирается, подождите, есть ли не мороженое? Эскимо? Нет. А что может быть еще? Какая-то. А ты можешь подсказать, это съедобно или нет? Не отвлекайся, рисуй. Ой, я сейчас ничего не угадаю. Хотя нарисовано красиво. Вик, скажи, съедобно или нет? Пожалуйста, дай мне подсказочку. Ну, пожалуйста. Если ты не съедешь, я не скорее, скорее, скорее. Что? Вкусное. Вкусное? И знаете, что напоминает, как в физкультуре через козла прыгали. Все, время вышло. Вау, мама, ноль. Подожди. Я знаю, это... можно мне засчитается? Это телескоп. Да. Да. Но это не считается, время вышло. Пожалуйста. Ну, время вышло. Что еще? Время вышло, но ты же уже... Будем ты, одно очко держать для тебя в запасе. Ты же закончила что? Рисовать. Нет, давай засчитаем. Это телескоп? Подождите, это... что? Подождите, эскимо, мороженое, рожок. Да, я посмотрю, что это было. Парашют, да? Это был парашют? Не-а. А что это, сладкая вата? Да. Все, папа, засекай время. За то, что готова? Я так сейчас... Один, два, три. Ой. У тебя, знаешь, я хочу тебе сказать, что у тебя всю, ну, весь, ну, вот. Твой нос испачкался. Да. Шарик. Что, кольцо, что, шарик? Нет. Вы пока думайте, я начну рисовать цветок. Следующее. Так.
Кольцо. Огненное кольцо это было. Нет. Улитка. Нет. Стул, диван, все, кресло. Нет, нет. Скорее. Скорее, 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 следующее. А я, ну я не знаю. Следующее, следующее, мама, следующее. Это была мускула. Носок. Нет. Носок тогда. Ботинок. Ботинок, да. Башмак. Ботинок. Ботинок есть. Сейчас, следующее, 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 мама, следующее. Что ты делаешь? Что ты там? Одну линию ты проводишь. Мама, скорей. Это же... Следующее? Да. Цветок. Муравей. Зайка, муравей, нет. Пчелка. Ой, действительно, на муравья похоже. Зайка. Я не специально, у меня просто не выходит. Не знаю, животное какое-то. Да. Зайка, ну все, это. Все, нет. Шишила. Нет. Так, подождите, подождите, сколько? Вот это ботинок у тебя, да? Это собака! Ботинки. Это собака. Это собака? Да. Не засчитывается. Не ну, знаю. Придется тоже засчитать, уж ладно. А что, носяшка, готова? Я-то готова, а ты носяшка? Две носяшки сидят. Ты носяшка номер два. Мой нос сейчас будет отдыхать и угадывать. А твой будет работать и красиво рисовать. Блин, пошло. Лучик вот попал. Главное, чтоб не в нос. А можно... Картошка. Глаз. Нет. Не знаю, давай следующее. Что ты уже долго там уже? Давай следующее. Так. Ну быстрее, 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 шустрее. Круг. Планета. Почти нет. Планета, но не планета. Солнце. Нет. Почти планета, да, но не... Следующее или нет? Давай следующее. Что такое почти планета, но не планета? Как это вообще может быть? Звезда может быть. Гири. Нет. Я не знаю, как в мультике палка с двумя мячиками. Это много-много таких шариков. А мама, что это? Да, 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 да. Я без я понятия. Знаю, что это. А я не знаю. Говори. Можно сказать? Да. Виноград. Да! О, как это? Время вышло. Все, время вышло. Я даже не знаю, чего больше загадать. Попроще или посложнее? Что там такое? Хорошо. Время пошло. Я вас разрисую всех. Солнце, круги, ромашка. Вы научились рисовать. Шляпа, снеговик. Да. Вау, снеговик. Молодец. Следующее. Телевизор, прямоугольник. Нет. Фигура. Нет. Дверь. Почти, да. Ну ладно, следующее, следующее, следующее. И холодильник был. Да. Холодильник. Вау. Кнопка Ютуб. Нет. Что это? На что похоже? Болото. Нет. Ни на что не похоже. Каля-маля похоже. Ладно, не получается. Следующее. Римская буква, снежинка. Да, снежинка. Что еще? Что еще? Вот тут еще. Итак, пятый предмет. Как бы его? Я не знаю, я постараюсь. Но мне кажется, это не угадает. Глаз? Шляпа. Губы? Нет. А как? Что тут еще можно добавить? Ну, это шляпа. Время вышло. Все, время вышло. Это была ракушка. Я правда не знаю, как нарисовать. И сколько Вика у нас угадала? Три. Три. Молодец, ты в конце, в этом раунде сразу три. Да, Вика у нас побеждает в этом челлендже, но Вика, мой нос рисует лучшие шедевры, потому что с помощью моего носа Вику ты угадала. Выиграла этот челлендж. Что? Говори, можно что? Мне показать кое-что в честь моей победы? Так. Нос бы это тебе точно помешал сделать. Ставь лайк, если тебе понравился этот челлендж. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока, тебе, наверное, было больно, когда ты задела. Я хочу для подписчиков вот это нарисать. Что? А я вот тут снизу нарисую. Вау. Я бы такую сразу угадал. А так, чик. Ну скажите, мой нос рисует шедевры. Вот-вот-вот.